Рекордное количество золотых медалистов выпустили в этом году школы Новосибирской области. Выпускников с хорошими баллами ЕГЭ тоже стало больше. Круглыми отличниками 11 класс закончили 1102 ученика. На этой неделе их чествовали на торжественном губернаторском приеме. В нарядных платьях и костюмах выпускники с легкостью прошлись по красной дорожке. Все трудности школьной жизни позади. Сейчас их главная задача – поступить в престижные вузы. Получая медали из рук главы региона, ребята говорят, что важна не награда, а знание. Золотую медаль сложно было получить? Я бы сказала, что не слишком, потому что если ты хочешь стремиться к знаниям, то это дается очень легко. За учебниками не сидела сутками? Сутками нет, я не заучка, а так. Очень тяжело, я очень много школ сменил, я очень много где учился. И вот только на окончании в 11 классе, вот в своей школе в Кировском районе, я окончил вот золотой медалью. И все ради чего? Успеха в дальнейшей жизни, хорошее поступление в университет, в хороший университет, высокие баллы на ЕГЭ. Какой университет, какая специальность? Планирую в НГТУ информатика, IT-технологии.